Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Доброе утро. В общем, продолжается у нас вчерашняя эпопея. Ку-ку! А я думаю, где вы пропали? Вообще никуда не зайду. Только на кровать. Да. С папой. А папа вообще вот там. Кто там шевелится? Здрасте. Здрасте. Это мы еще построили. Правда? Ты что это сломал? Как тебе? Отлично. Классно? Угу. Давайте, это играйте. Это же твоя комната. Ты все будешь играть. Ну, конечно. Нет. Так, я пошла готовить обед, хорошо? Генки, генки! Да какие генки? Ой, да потому что все убирать буду. А вот так мы еще сделаем. Там стул, ты не забывай. На обед я готовлю индейку. Будет такой а-ля гуляш из индейки. Она порезала большими такими достаточно кусочками. Что это? Грудка, ну, филе, да, грудка. Лук. Сейчас сюда морковку потру и чем-нибудь залью. Обжаривается уже морковочка, я ее потерла. Я скоро это все будет готовить? Скоро. Это уже есть, что ли, хоть? Это мяско. Вот он где? А подожди, он еще. Вот у меня тут тушится со сметанкой, с водой. В общем, я залила индейку. Здесь у меня вода. Я все смешивала вот в этой штуке. Здесь было 200 мл воды и вот такая вот рыба в белом соусе. Здесь дан пакетик для запекания рыбы и сами специи. Я высыпала специи, а все вот это вот пакетик мне не нужен. Так, ну я его оставлю, я его выбрасывать не буду, потому что когда вдруг рукава не будет, то пусть он лежит, есть-то не просит. И что у нас тут в составе? Здесь было нужно было добавить сметаны и 150 мл воды. Я добавила прям намного больше. Здесь было в стакане 200 мл. И я сюда влила... Ну, то есть я люблю, когда соусы все-таки немножечко можно поливать, а не класть их. Здесь крахмал, соль, дрожжевой экстракт, белое вино, натуральный ароматизатор, короче, чеснок, растительный жир, репчатый лук, петрушка, тимьян, розмарин. В общем, тут куча-куча всяких г, я так думаю. Ну, как бы иногда маме? Можно. Так, дети, идем, пожалуйста. Можете сказать? Играть? Скажи. А нам же дедушка Леша еще на прошлое. Гришуль, я очень рада. Так, что хочу сказать, в общем, по поводу таких приправок, мне они нравятся. Понятно, что здесь прям не все очень натурально, но иногда вот залить соусом вот таким вот мясо, либо ту же рыбу, да, и для меня не принципиально, если он для рыбы, то его нельзя использовать для мяса. Поэтому всякие вот такие вот приправки для гуляшей мне нравятся. И все, они закончились у меня. Я их покупаю у нас в агрокомплексе. Дешевле всего они выходят. В Магните и в других магазинах немножечко подороже. Ну, в общем, все, у меня больше нету их. Все съели. Вы представляете, этот ребенок сам уже кофту даже вывернул. Я была в шоке. И это все садик, да? Да. Это так садик тебя учит? Да. А кто тебя там в садике Она учит? Руку. Сам учишься? Да. Ну, думаю, хороший. Молодец какой. Иди, мама поможет. Иди. Или ты все сам хочешь? Мама поможет? Давай, иди сюда. Я тут мою посуду. Что-то в посудомойке. Что-то так сейчас домываю бокалы. Не буду в посудомойку засовывать. И макарошки на гарнир. Бариллу. В ленте мы тогда покупали.
отварю, и мяско уже как раз все потушилось, все готово, так что супер-пупер, я счастлива. Надеюсь, что будет вкусно. Ну, я попробовала все солить, ничего толком не солила, ну, мясо посолила, а саму эту, в составе там была соль, ну, и нам ее, в принципе, хватит, она не, чтобы не пересолить, в общем. Так что сейчас макарошки будут готовы, сделаем, наверное, еще салатик, будем обедать. Даже не надо, это моя позиция. Нет. Давай. Смотри, пытаюсь качельку делать. Вот эту толстую ветку вот так вот забрасывали. Потом мы к концу к другому привязывали доску и пытались сидеть, она до самого конца просто. Растягивалась, надо, да? Надо потолще, чтобы была и из резины. Мимо! Ох и Фофа, ох и балуется мальчик. Нет. Да. Я знаю, что здесь надо. Ай, это просто круто. Это просто круто? Да. Нет. Антоша, не балуйся, пожалуйста, и не хвастайся. Антош, ты балуешься, честно. Так, а я для фото пряников купила белый ватман. И сейчас вот здесь вот она раскладывала Новый год. Это оленя достала, я даже забыла. Это Сержуня, я его сам вырезал, представляете, в прошлом году. Вот, в общем, здоровский, по-моему. Один урок, правда, отломался, я его не смогла найти. Ну, по-моему, он и так очень симпатичный. Вот сейчас здесь буду фоткать пряники для Инстаграм. Так, мы, значит, обедаем. Фотосессия у пряников закончена. Они сами выбрали, я этого не хотел, правда говорю. Свинка Пеппа, да. Они сами выбрали. Так, у нас обед, и пряничная фотосессия закончилась, поэтому все, можем пообедать. Очень я голодный. Угу. Я там... Мой мальчик спать не хочет. А я с тобой, можно? М? Можно или нет, сынуль? Почему? А кто будет с тобой спать? Адам будет. Сам будешь? А сказочку почитать? Нет. Не надо? А с тобой можно полежать немножечко? Нет. Нет? А давай в лесу родилась елочка, вот эту книжку почитаем. Нет. Не хочешь? Почему? Потому что ты ляля. Я уже поспала. Проснулась, у нас сейчас 4:15, варю яйца, буду делать крабовый салат, Степа меня попросил сделать, и все, и поедем, в общем, к родителям обмывать Николая Степановича. Я сейчас как сонная серия себя чувствую. Антоха тоже заснул вот здесь, вот на кухне рядышком спит, поэтому я тут потихонечку сейчас нарежу крабовый салатик, и все, и поедем. Сколько тут? 8 минут осталось. Я на 10 минут обычно завожу. После закипания яйца, они тут варятся. В общем, ждем 8 минут, а пока режу огурцы и крабовые палочки. Так, мы все, собрались наконец-то. Я тут с салатом и с красной рыбой. Будем сейчас еще один салат с красной рыбой делать. Осторожно. Сейчас я гляну, где тут лужа. Нет, вроде бы ты стал, тут дорожка. Рассказывай, где, знаю, где твоя мама? Иди сюда. Расскажи, где твоя мама? Давайте на лысо подсижу. Мама приедет, рада будет. Здравствуйте, моя красавица. Нет, сынок, я тебе шорты... О, гля, как вы с Антошей одинаковых кофтах, да? Маргарита, пошли причесочку, пошли. Я тебе сказал, возьми. Антоша. Маргарита, давай причесочку, давай. Нет. А что, ты не хочешь? Маргарита, а что сегодня за праздник? Не знаю.
А кто у вас поедем? Родился? Родился малыш Коля. Колечка? Да, только мама еще в больнице, она на второй. Алло, Дядя, можно приходить? Да? Смотри, тут Люба. Мама сказала, что им уже можно играть. Правда? А в какие игры? Ну, только в погремушки. Да, так будем погремушки покупать? Здорово. Мам, а мы поедем туда или... А что? Дядя Степа, наверное. Давай. Мама мне разрешает еще. Афоня. Афонь, мама тебя зовет. Че, пить хочешь? Аккуратно. Внизу, ложись сюда. Так ты не положил же туда шарики-то. Так, успокойся. Угу, теперь включай. Вот, видишь? Лови. Перевернь трусы. Как красиво, да? Гуляй. Зоя, иди покажи мне прическу. Повернись. Где твоя прическа? Там? Все, не трогай, да? Афонечка, а ты кого фотографируешь? Ну и вчера, и сегодня. Ну и вчера вынесли, показывали. Да. Ну, пернявый, бедявый. Да бабушка Маня похожа. Какой-то родился, как черненький такой. А потом вымылся, да? Выкупал. Да. Вроде и беленький. Фофанька. Стал беленький. А сейчас черненький родился. Безусловно. Пряники, пряники, ели ты. Я. Оля, эти стоят. Вы здесь часто сопровождаете самолеты и гражданские, и военные. Левая нога, зеленый. Да, это одна из основных. Не знаю. Так, теперь Эники, Бенники. Не надо, на носках быть. Не снимай нас. Марго, что ты хочешь? Зачем? Положи. Правая рука зеленая у тебя. Ну иди, рисуй аккуратно. Правая рука зеленая. Аккуратно, а то у кого-то в глаз сейчас. Полегче? Не, не полегче. Правая рука у тебя синяя, серьезно. О, начинается со мной. Иди, пожалуйста. У тебя правая нога крас синяя. Еще полностью стала. Так, у серого левая рука красная.